ПКМ и ПКП. Две самые тестостероновые пушки патча. Не сказал бы, что их использование приносит удовольствие хоть кому-то. Давайте поглядим на них внимательней. Отличия у них, конечно, есть, однако они минимальные. Самое главное, что можно выделить, это у ПКП можно нормально расположить прицел. В случае с ПКМ, если нет повышающей планки, то это вообще какой-то кошмар. С ее использованием можно хотя бы понимать, куда ты целишься. В случае с ПКП прицел гораздо ближе к роже, из-за чего, ну, как бы удобней. Дальше идет отличие в стволах, однако, ну, ствол и ствол, чё бубнить-то? Статы как-то минимально отличаются, но, блин, алло! Я думаю, ты понял. Еще ПКМ немного легче, нежели ПКП. Перейдем к модингу! Да. Ну, самое значимое, что можно сделать, это заменить приклад. А там поставить еще и дополнительную пистолетную рукоятку, что повысит нам немного эргономику. Не забываем про тыльник. Также хороший вариант это установить именно боковую тактическую рукоять, но не сошки. В случае с ПКМом есть опционал установить дульник. Но еще можно всяких лазеров нацепить. Да. Но перед этим кратко напоминаю про бусти. Регионы для фарма, куча контента, низкие цены. Давайте попробуем с этого пострелять. Отмечу сразу, что если пострелять сначала с ПКМа, а потом с ПКП, то последний немного комфортнее, опять же из расположения прицела. Но в любом случае вести автоматический огонь с положения стоя в прицеле практически невыносимо в обоих вариантах. В положении сидя, картина становится немного лучше. Но это касается в основном именно ПКП, потому что реально можно прицелиться и даже попадать. В случае с ПКМом тут дела немного хуже. В положении лежа оружие проявляет себя во всей красе, и вы начинаете хотя бы осознавать, куда же полетит ваша следующая пуля. В общем, лайк, причем это касается обеих пушек. Но рофлы рофлами зажимать в прицеле это, конечно, кринж. Стрелять нужно от бедра. Так и дача чувствуется меньше, пули летят кучнее, да и в целом это, наверное, единственный вариант, как вообще использовать данный ган. Теперь самое время веселой нарезки новичков. Погнали! Он мне уничтожил ноги просто. Ля, он меня реально чуть не убил, приколись. Он вообще очень много мне вынес. Раз. Два. Дима готов к файту. Иди сюда, новичок. Да. Новичок. Иди сюда, новичок. Новичок. Он сдох. А. Новичок. Нахрена я перезаряжаюсь? Так, ну кажется, он отъехал. Блин, это весело. Это очень весело. Это весело до тех пор, пока я не сдохну. Потом будет очень грустно. Я уже на мулах потратил 300, почти 400 косарей сейчас потратил. Какого хрена? Фига там война. Ну все, сейчас дядя Дима настанет. Теле-теле-дам. Закрой свое. Где? Где он? Где эта гила? Я победил Тагилу. У меня патронов уже не так много. Да и кепочку бы засейл бы. Ну ладно, хрен с ним, пошли убьем их. О, он тут шьется. Готов? Победа за мной. Эй, мальчишка, ты еще жив? А это не ты. Блин, это ты. Данила, пошли убивать ЧВК. Давай устраивать резню. Ну что ж, над нами? А-а-а, где сзади? Ты попущен. Он настолько долго перезаряжается, кстати. Ты готов, боец? Ты готов? Побежали! Давай! Так, победа первого. Так, в офисе нету. Спускаюсь на первый. Убил его. Я, кажется, знаю, что я буду делать, когда буду делать 1000 киллов на заводе. Мне надо годовалый запас печенегов. Где тот самый тип с РГН-кой? Ни хрена себе.
Ну давай, не будь сыкуном, выходи на честный бой. Давай, давай, я жду. Давай. Ну он такой тут, настоящий мужчина. Истракт, я люблю тебя. Да.